Я хотел бы ей сказать, что она говорит, пригласить Лазарева, а ты пригласи к Андрею. Андрей там сготовил, накормишь его там борщом. Борщом. Готовил, да? Борщом. Ну, я думаю, мне не надо, чтобы его еще бросила такого бомжа. Пусть он похвалится там, что мне он такой не нужен, и все. И не хочу. Потом еще мне пугаться, снится, что такое. И снится, держи. Наверное, надо этим ножом. Этот нож криво режет. А этот вообще затупился. Какие-то соли, какие-то...